Всем привет-привет, друзья! Добро пожаловать, кто только что присоединился. Вы сейчас на канале Foodbank USA, это Америка. Foodbank — это означает продуктовая кладовая. Едем в кладовку, где продукты бесплатно дают. Это не очередь туда, мы на фривее находимся. Сейчас это типа как федеральная трасса. 10 минут не ехать надо, но вот так вот тоже бывает. Продукты бесплатные, но дорога вот такая вот. Это утро у нас, 8:35 утра. Это нормально, когда вот такая вот пробка. Сейчас начали двигаться. Это очень хорошо. Сейчас получим. Там тоже будет очередь, потому что они в 8 утра открываются. Сейчас где-то 35 минут, наверное, они уже открыты. Будет очередь, конечно. Подозреваю на это. Сейчас увидим. Только что радовалась, что началась очередь двигаться. Что-то тут не так. Просто очень много присоединяется нам с правой стороны. Две развилки присоединились за очень короткий период. Они соединяются. Вот сейчас третья вот с правой стороны. И потом более свободно ехать. Вот с левой стороны они более свободно едут, потому что там типа они прямо едут. С правой стороны сейчас выход будет наш с вами. Подождите ровно пару секунд, и мы с вами сейчас доезжаем. Вы видели вот белую машину с правой стороны? Вот эти машины к нам присоединяются, и пробка создается на нашей линии. Да, я могу слева поехать, обогнать и зайти, но как бы по правилам, по честности, это неправильно как-то. Потому что все хотят попасть, а мы как бы попросить в наглую обогнать слева, потом зайти справа, это раздражает. Пробку создает. Все, все остановились тоже. Очень много машин присоединилось к нам только что. И вот и слева, только что рассказывала, что слева прям все быстро едут. Ну, сейчас все поедем. Так хорошо, когда со стороны солнца трак подъезжает. Ой, жалко, только что хвасталась. Уехал. Сейчас второй, надеюсь. Хочется пробка, чтобы у них была. Ой, нет, не повезло. Не везучая я сегодня. Посмотрим в Фудбанке, буду везучая или нет. Хороший пробка. Вот увидели, слева обгон и справа зашли к нам. Поэтому вот так и стоим. 100% там, где выход, тоже так делают люди. Ну, у каждого есть выбор. Когда у меня время есть, я как бы лишние 5 минут постою в очереди. Не буду так делать. Не делаю даже, так бы я сказала. Не хвастаюсь, но то, что есть. Вот сами видите. Двигаемся, правильно? Без рисков тоже. Придачу что-то случилось еще. Не знаю. А, мотоцикл забирает. Эвакуатор. Придачу сюрприз с утра. Все, наш выход. 16-й. Город Лемонгров. 16-й выход. Со стороны Ламесы. Кому есть интересно, вот так вот. Едем. Минута. Друзья, почему я вам показываю, как я еду? Это все ради вас, для вас, понимаете? Чтобы вы не думали, что я в магазине покупаю и что-то снимаю для вас, понимаете? Никто так не делает, поверьте, в Америке, как кто получает. Реально в разных городах, в разных штатах можно фудбанки получать. Не обязательно там, где я только живу, понимаете? Я вот сама еду в соседский город, понимаете? От нас минут... Ну, не знаю, сколько я еду? Ну, 10, с пробками, с учетом пробок, 15-20, наверное, можно задержаться в пути. Ничего страшного. Так что вот, вы были в этом фудбанке, если посмотрите мои другие видео, там, два раза я снимала. Один раз в неделю можно здесь получать. Вот я или по вторникам, или по средам еду. Сегодня у нас среда, дата 4 октября 2020. Какой год? Третий год. Иногда так забываю. День, дату, все. Ну, вот сегодня так примерно. Помню.
ни странно, очереди нету. Сейчас подъедем, покажу. Ой, реально нету. Я везучая сегодня. Минуту назад говорила вам, я не везучая. Ой, какая везучая. Ну, есть, конечно, несколько машин, но очередь была аж до светофора, обычно бывает. Я сегодня пораньше, не забывайте, детей отвезла в школу пораньше. Дети тоже бедные. Мама, зачем так рано? Вот эта машина 100% туда едет. 101 даже. Давайте угадаем. Давайте поспорим. Пожалуйста, пожалуйста, направо, направо, чтобы я не проиграла. Чтобы зрители проиграли сейчас. Ну что, ставки сделаны? Видите, я выиграла. С вас подписка и лайк сейчас. Кто не подписался еще? Вот так вот. Так хорошее настроение бывает, когда очереди мало. Это у меня видео есть через чужой огород продукты. Вот смотрите, что дали в прошлый раз нам. Такс. Вот так вот очередь. Круг сделаем. Это парковка просто. И все. Скоро получим. Мы уже совсем близко. Помните, да, это все? Буквально, может, 10 машин до меня было. Очень мало было. Hi, good morning. Hi. Я спросила насчет памперсов сегодня. Уже 2 месяца не получала. В прошлый раз они сказали, не помню, к 11, что ли. Но я-то пораньше пришла. Вот эта женщина мне сейчас со склада достает памперсы. Сейчас эта другая мне ID приносит мою. Все, мне положили в багажник. Сейчас получаем свои вкусняшечки. Good morning, in the trunk, please. Okay. I need go a little bit. Yeah. Okay, okay. Sounds good. One box for you. Oh, thank you. Говори, еще коробка есть для тебя. Oh, okay, okay. I can do stuff. Меня контролируют чуть-чуть вперед, назад. Так они раздают. Сейчас будут раздавать. Молодцы, ребята, бегают все. Сейчас, друзья, покажу, что нам дали. Друзья, сижу, и запах идет копченой рыбки из продуктов. Я не знаю, там есть рыбка или мне просто захотелось. Очень сильно захотелось копченой рыбки. Аж надо ехать купить, наверное, уже. Представляете, такое тоже бывает. Сейчас заезжаю на парковку и буду снимать для вас. Вот давайте на эту парковку. 20 минут гайд. У нас 20 минут есть с вами? Да? Пойдемте. 20 минут написано, что тут парковаться можно. Сначала для вас виды покажу вам. Смотрите, какие дома в горах, на горе. Подъехал или подъезжает. Надеюсь, он будет ехать дальше. Не будет прикрывать мне путь. Нет? Да? Или он сейчас назад дает? А? Нет? Хорошо. Так, итак. Возвращаемся к продуктам. Что у нас сегодня? Огроменный арбуз нам дали. Смотрите. Не знаю, килограмм сколько будет тут. Вот моя рука. Вот арбуз. Ой, двумя руками только можно поднимать. Вот такой вот огроменный арбуз. Хорошенький. Раскрутила я его. Очень хорошо выглядит. Также у нас есть 4 памперсов, я попросила. 4 упаковки. Один раз в месяц у них можно получить. Я в прошлый раз не получила из-за того, что сама не поехала, когда они раздавали. Памперсы очень хорошие, знаете, вот тут резиночка еще у них, я не знаю, показывала вам, рассказывала в прошлые разы. Вот видите, резинка. Бывает они без резинки, хоть 4 номер, иногда тянешь, и как бы 4,5 тоже ребенку подходит размером.
смотрите, такие, как она называется, пита. Ну, мы тоже его под словом пита понимаем. Можно вот такие вот сэндвичи делает, рекламирует нам. Или как хлеб можно кушать, знаете. Хорошо выглядит. Сколько тут? 480 грамм. Оу. Греческая пита. Хорошо. Есть у них такой сегодня органический хлеб. 510 грамм. Видно вам, да? Хотела в тенечек встать, но солнце все равно смотрит мне в глаза. Вот такой вот органический хлеб. 510 грамм. Овсяные хлопья. Еще семечки. Я не знаю, внутри есть, нету. Внутри не вижу, только сверху они посыпали на хлеб. Вот такой вот. 510 грамм хлеба. Так, что еще? Морковочка для терочки. Или просто нарезать и в суп. Или в соусы какие-то можно использовать. Или для соления. Ой. Сладкая картошка. Я не знаю, она желтенькая. Да, желтенькая, как тыква. Ой, в ногти заходит грязь. Смотрите, она желтенькая. Бывает белая еще. Прямо цвет картошки бывает, но сладкая бывает. А цвет желтый такой. Оно, знаете, сладкое и как тыква даже отварная на вкус. Очень много дали сладкой картошки. Смотрите, как много. И сегодня у нас 4 луковицы белых. Кстати, чем желтый лук, белый очень дорогой. И сладкая картошка дорогая. Sweet potato, так называется. Очень много его внутри. Не буду говорить, потому что, сами понимаете, ногти и все это туда заходит. Когда пытаюсь вот так доставать. Жертвую для вас себя. Вот так вот. Это на выброс. Вот видите, один вышел такой на выброс. Остальное очень хорошее. Очень хорошо. Хвала Господу за сегодняшний день. Видите, разно-разно не бывает. И я сама не знаю, что буду давать. Вот памперсы получила. Очень огроменный арбуз получила. И вот морковку. Хватит на сегодня. Если пожелаю, я могу и в другое место сегодня пойти. Как я вам и раньше рассказывала. Спасибо всем. Не забываем ставить лайки или дизлайки. Напишите какие-нибудь комментарии. Лайки поставьте в комментариях для поддержки канала. Мне будет приятно. Жду вас. До новых встреч. Пока-пока.